Господа, мы с вами любим старые машины. УАЗики, ГАЗ-69. А вот кто-то любит Land Rover. Land Rover, которому больше 50 лет, и который служит человеку до сих пор. Каждый день человек на нем ездит на работу. Видно, что он его недавно перекрасил. Диски перекрашены. Как в ГАЗ-69 здесь. Тент. В чем прелесть Land Rover? В ГАЗ-69 максимально сколько людей можно посадить? Это 8 человек. А здесь лавки подлиннее. 10 человек, 10 мест. Этому автомобилю больше 50 лет. И что? Да он будет ездить. Самое главное, что панели кузова здесь сделаны из алюминия. Поэтому этот автомобиль неумираемый. Сиденья немножко уже оттюнингованы. А вот как выглядит панель приборов. Да, видно, что автомобилю досталось. Но этот автомобиль не умрет. Он еще долго будет служить. Рамная конструкция. Рама полностью живая. Полный привод. Мосты. И рессорная подвеска спереди и сзади. Давайте посмотрим с переднюю подвеску. Передняя подвеска здесь прикольная. Вот видите, она хорошо видна. Вот эти рессоры, которые прослужат еще много-много лет. Такой автомобиль иметь, наверное, да, можно. Но в путешествие на нем уже отправляться немножко страшновато.